душка еще целая. Правда, здесь вот что-то полбитое. Но там целая. We'll be right back.
Ну все, как можно видеть, я снял торпеду. Осталось только руль как-то вытащить. Я еще не придумал, как это сделать. Я попробую еще ковролин достать. Так, ну что, разобрали салон полностью. Но еще ничего такое, без дыр. Торпеды нету, руль остался. Все, в двери ничего нема. В гараже места не осталось. Еще нужно все, что на улице, занести. Вот это вот. Сиденье, дверь, куча пластика. А потом засовывать это все в двинаху. Торпеда вот она.
Все, салон разобрал, осталась куча проводов. Чтобы их не резать, бак сниму, отключу там все и достану их. Все, по салону все. Остались только педали внутри. Ни окон, ни дверей, ничего нету. Голенький салон. Разбираем двигатель. Внизу уже разобрал, трубу снял. И еще там по мелочи. Сейчас снимаем радиатор, сливаем жидкость. На пол ее вылью. Там краника нету. Здесь вот откручу. И все. Скидываем. Сколько у вас стар? Ага. Сколько? Я родился, и у меня уже стар. Ну да. Где его взять, если никто не берет без стар? Хорошо сидит. Слушай, нифига себе, еще плохо снимает. Антифриз, по-моему, ставки. Да, это антифриз. Ну он красный. А может он ржавый? Всякое может быть. Сыворотка, кстати, хорошо умывает. Закрутили. Больно.
Распотрошил я ее, разобрал. Двигатель с коробкой снял. Печку снял, рулевую рейку снял, все снял. Все целиком. Ничего не осталось. Переднюю подвеску я в сборе вот так вот разобрал. Вот куча запчастей. Радиатор. Перед полностью разобрал. Теперь остается снять бак, балку заднюю. Ну и там по мелочи. Трубки тормозные. Проводку вот эту достану. Ручник. Рычаг ручника сниму. Машина уже на боку, все, я ее зафиксировал, стоит вроде как, все равно тут стрёмно, сейчас сниму балку, бак, и тормозные трубки, в принципе больше тут снимать я нечего. Дырка, конечно, огромная просто, тут вмятина есть, она у меня уже разок упала. Thank you.
Сейчас почекаем кузов. Я уже прикинул, где буду резать и как. Сейчас крышу отрежу. Здесь вот, где-то посередине. Здесь стойку целиком под корень. Здесь вот отрежу. Вот так. Ну и здесь, думаю, где-то вот так вот. Чикану. Просто изи. Рукой провел и все отрезалось. Это, наверное, двойка где-то. Да, металл двойка. На минимальном токе режет просто как горячий нож по маслу. Не знаю, кто как, а я доволен. Рез получается красивый. Сопли не висят, как раз под шлифовку. Правда, у меня не очень ровно получилось, но все равно лучше, чем ножок этого металла. Аппарат просто пушка. Причем на минимальном топе режет. Я даже не крутил эту крутилку. Как стоит, так и режет. Across the galaxy, I stand out, so don't get mad at me.
как-то так. Легко и изящно. Я сам не ожидал. Так, сейчас в таком темпе быстренько отрубаем и крышу. И включаемся уже, когда крыша будет отрезана. Ну что ж, подведем итог. Кузов Приоры был порезан и продан. Вся мелочевка, что осталась, была сдана в металлолом, чтобы не валялась под ногами. Я благодарен тебе за то, что ты досмотрел видео до конца. Если тебе понравилось, то подписывайся на канал, оценивай, комментируй, жми на колокольчик и расскажи друзьям. До скорых встреч!